Соланж, а ты не знаешь, куда твой сын мог увезти Ариадну? Не знаю, наверное, где-нибудь болтают. Ладно, сам пойду и разыщу их. И усажу за стол. Я уже здесь, папа. Извините, я на минутку поднялась к себе. А Роман? Я оставила его в гостиной вместе с вами. Вы хотите сказать, что мой Роми исчез? Нет, я здесь, милая. Ну что ж, раз мы все в сборе, я предлагаю тост. Несмотря на все неурядицы, наша дружба превыше всего. Я права? Согласен. И уверен, что моя дочь и Орестес решат свои разногласия. Так что за здоровье друзей. Я тоже хочу выпить за одного особенного человека. Пандора Эмилия, будь добра, сядь. Ну зачем ты одергиваешь ее, мама? Пусть говорит. Это же хорошо, что она к нам присоединилась. Пожалуйста, помолчи. Тебя это не касается, муньяка. Она затворница, а тут признаки жизни подает. Мне не нравится эта идея. Она не в себе. Прекрати, Олимпия. Пандора имеет полное право выразить свои чувства. Не понимаю, зачем ей мешать. Пандора, сестренка, мы тебя слушаем. Говори свой тост. Интересно, что собралась сказать моя психопатка-сестренка? Не знаю, крошка, но нас ждет шоу. Эта гадюка меня сейчас выдаст. Я хочу выпить за хозяйку этого дома. Олимпию де Вильянуэва. Самую благородную и честную из всех женщин.